Всем привет! Меня зовут Миша, мне 18 лет, и я закончил пятый поток курса «Комплексный маркетинг» от Максима Белоусова. Вот. Я живу в городе Сургуте. На курс я пришел с точкой А, там 15-20 тысяч рублей. Это было вот конец июля, начало августа 2019 года. Сейчас же у нас начало ноября, получается, прошло буквально 2-3 месяца, и сейчас у меня точка Б, это 70-100 тысяч рублей, вот так вот, пока что еще туда-сюда плавает, но, это X5 как-никак, и поэтому я записываю данное видео, это крутые результаты, на мой взгляд. Вот, про Макса узнал где-то в начале 2019 года в Инстаграме, вот, подписался, долгое время смотрел, следил. Я уже тогда хотел зайти примерно на второй поток, но как-то все не складывалось, а вот тут прям на пятый я зашел, на последний, и ни капельки не пожалел. Это реально уникальный курс. Уникальный, потому что я прошел уже много разных видов обучений от бизнеса, маркетинга, управления, продажи и все прочее. Но тут прям иначе. Потому что я вот не буду растягивать, скажу, наверное, главная уникальность, которая мне понравилась, то, что уроки ведутся в прямом эфире. Это очень важно. И всегда есть возможность напрямую задать вопрос спикеру, наверное, так будет правильно выразиться, в данном случае Максу. То есть можно задать любой вопрос, и Макс даст на него ответ стопудово. Это очень круто, потому что в процессе обучения в любом случае возникают какие-либо вопросы. Если на этот вопрос не получать ответа, ну, как бы, есть такая теория, что вот ты останешься вот в этом месте, где ты не понял, вот, и все, что было дальше, ты не усвоишь. Тут же, как бы, сразу вопрос, ответ, пошли дальше. Это очень круто. И как бы ценность просто огромная. Что еще сказать? Запомнилось мне, наверное, с курса, блин, трудно ответить однозначно, потому что там было очень много практических инструментов, которые я вот внедряю до сих пор. Я пересматриваю уроки периодически, буквально там, наверное, урока два в неделю, потому что там такой огромный, колоссальный объем информации, который, ну, просто невозможно внедрить все и сразу. Там некоторые ребята вообще там только 5 уроков посмотрели, и все. И до сих пор внедряют. У меня вот знакомые там есть. Это просто пушечка. Вот. Самое, наверное, главное для меня было это настройка рекламных каналов. Там я узнал некоторые фишки, которые до этого я не знал. И, соответственно, сейчас их применяю. Людям зарабатываю деньги, себе зарабатываю деньги, да и все довольны. Вот. И, конечно же, это такой волшебный пинок от Макса, когда как бы там я, допустим, расслаблялся или что-то поныть хотел, Макс как бы сразу такой: так, чувак, стоп. А ну-ка ебаш. Я начинал. Вот. Что еще сказать-то такое? Наверное, что вот именно повлияло на мой такой рост X5, это как раз-таки вот именно вот эти пинки. Не столько практика, а сколько пинки, потому что вот именно у меня в голове было очень много всяких дурных мыслей, я боялся ставить нормальные ценники. Я когда начинал, я зашел на курс с чеком, там, 7500, 10, 15, нет, ну, 12,5 было, наверное, максимум. И мы еще были с партнером, мы делили эти деньги на двоих. Вот, сейчас же у меня минимальный чек, там, ну, там, за самый простой, это 15, ну, а обычный средний это 25. И то, как бы, я сейчас повышаю, каждым клиентом я повышаю. И это на одного. И как бы, ну, это круто. Самое главное, это, наверное, была причина, так вот, неуверенность в себе. Я так вот для себя это обозначил. И, возможно, это действительно так и было. Даже не столько неуверенность в себе, а сколько я сам не ценил свои знания и свои скиллы. Макс все-таки мне сказал: чувак, ну, если тебе нравится, что тебя имеют, ты продолжай. Ну, он мне сказал это 1, 2, 3, 4, 5 раз. Я так и подумал: так, мне, в общем-то, не нравится, что меня имеют. Может быть, что-то изменить? Ну, вот я и изменил, и, в общем-то, получил то, что получил. Я рад. Я очень рад, правда. Помимо этого, еще получил приглашение в партнерство сейчас магазин мужских костюмов. Я там как совладелец числюсь, как маркетолог зашел, в итоге зашел, как оказался совладельцем. Еще сейчас в онлайн-школу позвали. Да вообще, со знаниями маркетинга можно в любую нишу заходить и просто качать, особенно в регионах. Это тут вообще так слабо развито, просто
конкуренции нету. Вот так, ровное поле, конкуренции вообще нету. Заходи, как бы клиентов на всех хватит, и работы дохренища. Вот. Посоветую другим ребятам, которые будут, возможно, проходить курс или вообще заниматься маркетингом, не обесценивайте свои знания. Это вот мой личный для меня вывод, которым я хочу поделиться. Но. Можно взять там парочку клиентиков, там, ну, 2-3 человека, месяцок с ними поработать, ощутить, каково это, когда тебя имеют целый месяц, каждый день, вообще просто непонятно за что и за маленькие деньги. И потом как бы остановить это вот и сказать, все, хватит. И начать жить нормально, работать с адекватными людьми, за адекватные деньги. В общем, сделать так, чтобы все были рады. Как, ну, как бы это вообще изначально должно было бы так быть, но, вот. Все-таки, что как бы хочется добавить? Навыки, это важно. Но лично для меня самое главное было это вот в голове. Мышление, вот правда. От мышления напрямую зависит результат вообще в бизнесе, в жизни, где угодно. И я бы все-таки рекомендовал вот именно работать с мышлением, потому что все вот тут, все проблемы, все решения, все вот тут. Вот, все, повторюсь, меня зовут Миша, мне 18 лет, я из города Сургута. Сейчас делаю около 100 тысяч, когда заходил на курс, делал около 20. Вот, все, всем спасибо, подписывайтесь. Расскажу, да, там, что он сказал. Значит, точка А у человека была, получается, 10-15 тысяч рублей, если я правильно говорю, да, вот, и точка Б, там, в 4 раза рост, то есть 80-90-100 тысяч. Привет. Так, привет. Да, что-то там прервала связь. Так, еще раз резюмирую твои ответы, а ты тогда меня поправь, если не правильно. Значит, точка А была 15 тысяч, 10-15 тысяч рублей, на пару с партнером, точка Б рост 4 раза, то есть порядка 100 тысяч рублей, проработал свои какие-то ограничивающие убеждения в голове, которые мешали тебе нормально просить за свою работу, не бояться брать крупные заказы и, соответственно, там, не позволять, чтобы клиенты могли тебя там вот, во все там дыры иметь. Правильно, да? Да. Ну, там точка А только 15-20, но это несущественно. В общем-то, оно как бы так и получается. Угу. Да. Расскажи, что ты узнал с курса? То есть, что для тебя было самым таким там важным инсайтом, там, не знаю, что ты понял после курса? Блин. Ну, это, короче, охренеть. Там дофига всего было крутого. Именно вот практического прям просто охереть. Как бы какие-то тонкости, допустим, при настройке сайтов, там, прикручивание всяких штук, типа автодозвона сразу же, или там каких-то типа сбоев данных, ну, такого я вообще не знал. Uh-huh. И это прям, ну, взрывало бошку, и это круто. Ну, по крайней мере, какие-то крупные проекты можно сразу же так делать, и это прям будет очень жестко. Uh-huh. Вот. Помимо этого, помню, меня прям взорвало там, когда был урок про таргет и конверсию с пикселем, получается, когда вот объединять, это прям вообще тоже очень круто работает. Я настраивал для клиентов вот по подобной методике рекламу, и это прям must-have вообще. Вот. Ну и автоворонки. Ну, в автоворонках я пока что еще это разбираюсь, но это интересное направление, прям вот сейчас тоже изучаю все это дело. Вот. Наверное, вот так вот. Ну, самое основное это вот было как бы вот в формате прямого общения и вот проработки всякого дерьма в голове. Это вот прям основное. Вот. Так, а что ты запомнил из проработки головы? Что было для тебя таким прям важным моментом, который повлиял на твой рост? То, что я сказал там, либо посоветовал, какие-то упражнения, может быть? Ну, наверное, после 5-го раза, когда ты сказал, не давай себя иметь, наверное, после этого я такой, бля, может, хватит? Наверное, это было именно оно. Ну, то есть, по сути, все было про то, что как бы нужно в себе быть уверенным, и только если ты в себе уверен, то тогда будет все ок. Если ты в себе не уверен, то тебя будут иметь, все будут иметь, ну, как бы, и сам ты себя тоже в итоге поимел, как будто бы. Вот. Поэтому надо как бы уверенным быть, и все.
Это вот такое вот краткое. Понял. А что пожелаешь, не знаю, в конце скажи что-нибудь ребятам, которые тоже занимаются маркетингом, там, от себя чисто. Не давайте себя иметь. Вот. Мне прям понравилась, да, эта фраза? Да, потому что это прям, это самое важное, знаешь, это прям вот, надо было просто записать урок на час, и там вот нарезку такую сделать, не давай себя иметь, и, ну, по-разному это говорить, и все. Это прям нужно сделать отдельный урок. Вот. Ну, реально, это прям самое главное было. Да. Спасибо. Еще раз представься. Вот, точка А, точка Б продублирую и закончим. Спасибо. Меня Миша зовут. Вот. Точка А было 15. Сейчас 70-100. Вот. Мне 18 лет. Делаю бабки. Вот. Тебе 18? Я, кстати, не знал. Да, да, да. Офигеть. То есть ты 18 лет зарабатывал 10-20, сейчас зарабатываешь 80. Угу. Удаленно, не ходя на работу. Нет. Без всяких там ставок, там этих. Нет, ничего такого. А, кстати, еще тут на курсе, когда был, я тут еще вписался в партнерство, ну, как совладелец еще уже в действующий бизнес, тут магазин одежды, франшиза тоже, вот, прикольная тема, короче. Вообще круто. Когда ты знаешь маркетинг, ты можешь в любой бизнес заходить и, ну, делать, что хочешь. А ты откуда сам? Сургут. Сургут. То есть 18-летний парень Сургута уже знает, как вписываться в долю бизнеса, зарабатывает 80 тысяч рублей. Это 18 лет. Я 18 лет, по-моему, официантом работал. Круто, что, классно. Я за тебя очень рад. Спасибо, что поделился своими результатами. Вот, выложу видео с тобой, отмечу тебя. Спасибо тебе большое. Все, тебе спасибо. Все, пока. Все, всем пока.